Они на время сменили кресло руководителей на студенческую скамью и сегодня стали выпускниками. Дипломы Института госслужбы Академии управления при президенте Беларуси получили сегодня почти 400 человек. Торжественное вручение документа прошло во Дворце Республики. Среди выпускников этого года прокурор Минска, замминистра ЖКХ и сельского хозяйства, руководители различных подразделений администрации президента, Совмина, КГБ, а также представители руководящего звена ведущих СМИ, в том числе и наши коллеги из агентства теленовостей. В роли выпускника на сегодняшнем торжестве был даже ректор Академии управления. Это уникальный случай вообще, и для меня это очень почетно. Почему? Потому что, безусловно, Академия управления — это не просто академия и обычный вуз, это президентская академия. И закончить его — это огромнейшая честь. Мы будем выходить на внешнюю среду. Мы живем также в пространстве не только союзного государства, мы и живем в пространстве Евразэс. Здесь очень хорошие перспективы, очень хорошее поле для деятельности. Всего в этом году дипломы об окончании Института управленческих кадров в Академии управления при президенте Беларуси получили почти 800 слушателей, а уже в следующем учебном году в Институте госслужбы Академии управления появится новая специальность – информационно-аналитическая работа в системе органов госуправления.